Жители Покачей решили привести озеленение города в соответствие с стандартом. Еще в 1980-е деревья здесь высаживали как придется. Теперь, больше 30 лет спустя, оказалось, что подросшие березы и рябины стоят слишком близко к домам и не пропускают солнечный свет в квартиры покачевцев, а в случае пожара, например, могут помешать спасателям попасть в жилье. Тревогу забили сами жители темных квартир. К обсуждению присоединились экологи и администрация города. Так, на одной из улиц решили подпилить отдельные ветки, которые закрывают окна. Сейчас решается вопрос и по другим адресам. Садили, как говорится, какое дерево поставить, туда и ставят. Вот. Но дело в другом. Дело в том, что никто не думал, в больших городах всегда есть зеленстрой, который занимается непосредственно, сколько у нас дома должен сидеть дерево, посажено будет, или кустарники. То. И сейчас получается так, что днем, летом и зимой мы включаем свет.